Нет, я не забыл, что у меня еще не пройдена эта игра. А ведь надо бы ее допройти. Осталось-то немного, я думаю. Уровней так... Ну, по сюжету я не знаю сколько. Я знаю, что у нас еще есть 10 уровней, которые надо пройти ради зубов вон тех красных. И я думаю, я их все в одну серию запихну. Она будет длинная тогда очень... Ну, смотря как я буду проходить. Если получится быстро, то половину. То есть 5 сначала и 5 потом. И, видимо, финальный уровень, самый последний, чтобы его открыть, нужно пройти вообще все и добыть все 10 зубов. Не обязательно проходить на 100%, главное все зубы добыть, чтобы его открыть. А если вы смотрите видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейфур, и добро пожаловать обратно в Rayman Origins. Это 45-я, что ли, серия? А хрен ее знает. А вы посмотрите в названии, и все узнаете. Раскрытие. Так, вспомните, как играем. Ну чё, наша цель 300 люмов, или тут москит будет? Так, далеко. Это опасно. Это, блин. О, кто это? Здорово, братан, ты кто? А, это же этот чувак, который нам шляпка. А, он звездочку оторвал. Ой, подожди. А, это тот чувак, который нам этих люмов давал. Постоянно. Воу! Чё это такое? Это ж цветочек. Это робот-цветочек. Это тот самый цветок, только робот. Фига. Так, ну, судя по тому, как мы с ним в прошлый раз боролись, тут такая же схема, да? Если мне не изменяет память, он прыгал потом. Ой, вот это плохо. Прыгал он, по-моему, в третий раз. У Люмика я получу. Во, отлично, два. Хотя бы два пока. Так, не спешим. Время у нас есть. Вот. Так, значит, сразу бегаем. А, в принципе, можно и сверху. Не, давайте лучше по одним бегать, я не хочу рисковать. Так, усесть поудобнее. Так. Так, прыгун, давай. Металлический. О, понятно. Я бегу, братан. Оу! Оу! Блин. Надо подождать еще. Вот так. А за них еще больше не надо, да? Ой, в меня стреляют. Посмотри, какие твари. Я их, значит, луплю. Они в меня еще стреляют. А всем охренели. Так, ну что, я все. Я на месте. Так, очередной босс. У нас что, теперь все 4 босса будут такими роботами, да? Интерес под водой. С роботом этим. Драконим. Или дракон, который этот самый. Так. Оп. Так, бежим, потому что он сейчас будет залезать. Ну, правильно, это мы все уже прошли с вами. А в какую сторону? О, понятно. Фига ты делаешь. Я готов. На. Че, и все? Воу. Тихо. О. О, птичка. Воу, какой у меня огрубевший голос, слышал? Ну, похож, слышал. За них хлюмы не даются. Странно. И все? А еще он такой легкий? О, платформа. В смысле, у меня всего два люма, алло. Что за хрень? Может, надо собрать три люма, типа, и за два мне дадут
Двух электронов. А, одного. О, мы вернулись к началу, смотри. Музяку отыграем. Струна. А, думал, сбавился от меня, черт. Слушай, а это не твоя шляпа все это время мне подсказки давала? В начале уровня. А что тут? Что такой злость стал? Магия танцев! Это ништяк. О, давай танцевать. Танцы, мы победили. Ё-моё, что это такое? Ё-моё, Рим, господи. Что тут происходит? Почему мы танцуем такие все веселые? Ё-моё, вот это да, вот это финал. Нормально, и свалил. О, сюда нельзя. Ну погнали. Фе, потанцевали нормально. Интересно, кто его озвучивал? Эй, я ж тебя догоню. О, ни хрена, у меня там вертушка есть. Он летать на ней умеет, а я нет. Так, люмов-то дадите, хотя одного еще. Почему люмов-то нет? Так, я так понял, нам бежать надо, да? Ну, мы с вами уже придрочились, мы уже знаем, как играть. Ой, я не то, я проскользил. Ну вот, умеем играть, и я облажался. Как всегда, понимаете? Если вы хвалите себя, то сразу же получаете негативный исход. Чувак, я же тебя поймаю, потом это самое, будешь у меня... Да как? Ладно, это финальные уровни, они сложные все, действительно. Да что тут сложного, просто бегать надо за ними все. Ну да, ничего сложного, конечно. Нельзя останавливаться вообще. Тут даже на миллисекунду остановиться нельзя, просто надо побежать вперед. Просто джойстик надо не отпускать, а вот именно джойстик, да. В сторону его все время держать. Ну, вправо. Так. Ну, кстати, а бывают джойстики для левшей? Ну, типа, чтобы кнопки все, то есть ABC или X, квадрат и Y, они все были с левой стороны. Напишите в комментариях. Хоть один комментарий найдите под этими видео. О, пора сменить немножко траекторию движения. Мы летаем или падаем, я не понимаю. Тут много пива, а? Фу, успели. О, вот это было сложно. Пропустить? Угу, мы это не видели еще. Все, он в пропасть прыгнул. Зеленые дядьки украли этого чувака, и мы теперь должны... Какой огромный, ты посмотри. Вау, смотри, сам не улети, Реймон. Тебя там точно никто не поднимет. Этот чувак будет тут сидеть. Так, сразу? А, в смысле ноль? Подожди. Все, теперь собирать надо, да? Нормально как. Мы сможем, надеюсь. Блин, столько сейчас пропустил, пипец. Я должен всех собрать.
Ну, черт тебя дери, а. Да сука. А-а-а, все сначала, прикинь. Я молчу, у меня блинский. Шо, вон он, дыс. Че, падали, а? Сраные бомбочки, а? Да посмотри. Нет, это я не трону. Все, 93. Это нормально для начала? Смотри, все заледеневшее. Мух сколько поналетел, как на говно, как будто. Оу, как повезло-то, а. Пердят, ё-моё. 217, я надеюсь, мы 3 сотни наберем. Вторая локация, поехали. Музыка сменилась. Более такая напряженная стала, ё-моё. А, ну понятно, почему. Блёх. Что-то их много, мне кажется. О, давай, побольше муху пускай. Че, ну в корабль стрелять? Ага. Хрен-то угадал. Ага. А прикинь, я бы вот тут в конце сдох, вообще что было бы. Главное, сейчас хпшку не теряй. Вот да, поймошка. Я всех мух уничтожу. Да идите в жопу. Так. Еще мухи, больше мух давай. Бом. Не-не-не, пацаны. А, не успел, блин. Они еще рикошетят, прикиньте, твари. Слушай, а может высосать этого чувака отсюда? Я его высосал. Ой. Надо сначала подождать, потом стрелять. А, там чувака можно высосать. О, класс. Это будет долгая серия. Понятное дело. Думаю, потанцевали. Нет, блядь. Сучья, а? Падает. Десятку опустил. Слушай, а если я водителя убью, а чё, корабль упадет? Может, у меня цель убить этого водителя? Да это плохо. Так. Не, в этот раз я вас не упущу, ребят. Нет! А, во!
США я же могу и ракеты брать, да? Правильно. Ой, хилку возьми, долбай. Сука, ну почему? Падаль просто. Отвалить ссаные ракеты. Так. Ага. Хрен его угадали. Хвори. А, не, он рикошетит, но не в меня. Это уже радует. Заберу чувака с собой. Бля, просрал столько люмов сейчас. Да какого хера? Все, жопа. И все, мне больше не дадут лумов. Вы прикалываетесь, что ли, суки? А что происходит? А, это ядро города. Все спасены. Ура! А, это последний уровень. Сейчас перепройдем. Все вернулось к тому, с чего началось. Только уже внизу нет этих самых тварей. И этот чувак в норме, смотри справа. Все. Финал. Сейчас переигрывать будем, потому что 300 не набрали. О, уже без этого, смотри. Ну то, что он помер. Как бы это жестко не звучало, но он помер. Я, наверное, ускоренным пройду. Так что. Давай. Надо найти точку, где я, ну, не собрал. Все, давайте, я молчу.
Аплодисменты, аплодисменты. Я сделал это. Фух, ну, минут на 7, наверное, я тут посидел. Мы это видели. Пропускаем. Фу, сложно, пипец. А что же мне дальше? Сейчас же будем эти еще... проходить. Слушай, это один уровень называется раскрытие. Офигеть. Какой длинный уровень получился. Он ни разу так и не был. Все были одни... А, титры. А по-моему, можно было разбивать эти самые титры. О, электуны, смотри. Смотри, кнопка X, кнопка Y. Тоже удар. B это ничего, а A это прыжок. Все. Уи. Нифига он там. Класс. Ну вот, собственно, и все, конец этой серии. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то... Ой-ой-ой. Я не буду, я лучше подожду. Обязательно вступаю в... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте следить по ссылке, которая есть в описании. Обязательно смотрите видео, которое показано на ваших экранах, и не забывайте, что плейлист с игрой находится в подсказках и в описании под видео. Ну, а я буду смотреть титр. Я не знаю, можно ли выходить вообще, стоит ли вообще это делать. Потому что я не знаю, если я выйду, я... А что не сохранено на этом меня будет? Давай не буду. Ладно. Всем удачи, всем пока. Да.